Всем привет! Вы на канале нашей New Life is my life. В общем, еще неделя карантина, и маска будет мне мара. Так, теперь у нас есть цель мед и еще там всякая всячина, да? Что мы по кофе будем делать? Кофе мы свой не взяли смолоть. Может, мы купим и смолим? Давай, да. Чтобы не дергаться. У нас закончился кофе. Сейчас мы пойдем возьмем пакетик. А дома есть два пакета, которые мы в свое время успешно забыли смолоть, и сегодня успешно забыли взять. Так. Будем брать, наверное, вот тот. Орехово-ванильный. 13.49. Байконур. Что? Нельзя молоть. Отлично. Будем дома свои. Значит, камни. Будем молоть тот, который у нас дома. Давай попробуем. Да, будем пробовать в блендере его смолоть. У нас нету кофеварки. Вот. А если не получится, будем покупать кофеварку. Так, мед проверенный берем. Зайка, это тот мед? У него как этикетка немножко сменилась, да? Так, получается $10, там сколько, 2 ЛБ, наверное, да? Орехи нам никакие не надо? Я бы мясные зацепил все-таки. А, не там. Но. А, нутелла. Дальше. Ореховые пасты у нас есть. Нутелла. Она, наверное, в другом ряду, зайка. Вот есть нутелла, та, которая нам не надо. Вот этот джинджер будем брать или не будем? Я не вижу. Я писал сахар в центах, но мы... Зайка, смотри, 10 ЛБ, $8. И органик. Мы мед купили. У нас дома есть сахар на всякий случай, так что я не считаю, что надо. Надо, да? Надо, не надо. Но вообще мы сахар не покупаем, вы знаете, просто это у нас мед кончился. И мы подъедали какой-то старый запас сахара, который застоялся в уголке. И я почему-то внес его в список. То есть по факту он нам не нужен, да? Ну да, мне больше не нужно его переживать. Ну купим Сэм Слаби. Вон какой-то лимонный этот самый концентрат стоит. Мы, наверное, лучше лимоны купим, да? Я не думаю, что проблема с ними будет. Кстати, в Беларуси в новостях сказали лимоны, как только пошла открытая информация. Сразу поднялись в цене в 2 раза. И еще там что-то подорожало в 2 раза. И чеснок или что? Так, это нам не надо. Поворачивай, куда ты смотришь? Я смотрю, может, где-то нутелла вот так стоит. Заходим в этот ряд? Не надо, ты не мешай, главное. А, нам, кстати, еще надо сосиски зацепить, Сашины любимые, зайка. Сосиски, и ты думала взять какую-то эту рыбку консервированную. Будем брать или нет? Именно костовскую рыбку. Нам надо было бы взять. Нет, мы про другую говорили. Про какую? Нет, я ее не вижу. Почему-то я ее не вижу. Сейчас посмотрим. Короче, такой рыбки, как мы хотели, нету. Идем искать сосиски. И нам надо в хлебном отделе пополнить запасы хлеба. Смотри, какие мега роллтоны. Так, вот чипсы как-то ужались. И я не вижу тех, которые бы мы хотели взять. Так, здесь всякое сушеное мясо нам не надо. Мы не видим сосисок, орехи. Фисташек, блин, целая выставка. Каких хочешь. Мои любимые Smoked House. Эти, миндальные.
сейчас, зайка, вот тебе хочу показать. Ну, давай назад сдадим. Опа. Миндальные взяли, надо еще соленых зацепить. И дети кишью начали есть. Зай, а вот эти вот, посмотри, это по хорошей цене. Нам гумиберы надо по любасу, и дети кушают. Это не те, нам другие надо. Идем в хлебушек. Вот наш хлебушек стоит. Гавайские будем брать? Ты два хочешь? Так. Зай, гавайские вот эти дочи не будем брать? 5,49, 32 штуки. Они с холодильника, Сережа. Да? Значит, не будем. Так, белые мы не будем брать. Нам надо тогда питы. Давай, иди вперед, я за тобой. Так, 2,99 питы взяли. Хочешь этого? Чеддера? Да. 8,39 карабас. Чтоб детям давать погрызть что-нибудь. Торт шоколадный за 6,49 не хочешь? Сосиски мы не увидели. Нет, Сереженька, мы увидели нашего. Вот этот пакет бери. 5,79. А мы никаких чипсов не увидели. С чипсами как напряженка, понимаешь? Кукурузных чипсов мы не увидели. Ты имеешь в виду, да? Я понимаю тебя. Поскольку мы вот эту коробку по 6 долларов дали, которая сегодня по 10 стоит, ну вот да. Это. Это немножко другие. Другие? Так, ну давай смотреть, что мы еще хотим побаловать детей, чем? Шокопай? Нет? Не знаю. M&M's. По 10,99 берем ореховый и шоколадный. И Антошка любит этот... Скитлс, это он в Сэмсе сейчас возьмет. Там он и цереснее, да? Чем там здесь? Там есть, здесь нет. А, беда. Так. Давай посмотрим еще вот да, на это. Да, нам на Пасху нужно купить. Так мы этот пакет будем брать или в центах купим? Я не знаю, как сейчас. Давай посмотрим. Мы сейчас посмотрим, сколько в нем веса. 14,99 за... Опа. Сколько в нем? 5 ЛБ, 2,27 килограмма. Я должен посчитать. Упаковку я пересчитал, это очень выгодная цена получается. Это и что я вам скажу, что цены надо знать, потому что вот эти конфеты обычно продаются. Зайка, твоя голова не продается, я ценник показываю, 12,99. А обычно мы их покупаем за 10 долларов. Это очень вкусные конфеты Hershey's. Но сегодня мы проходим мимо. Шоколадные зайцы. Маршмеллоу в шоколаде. Сколько? Берем. Две? Саша наш одну? Сказал, что он будет есть на Пасху столько много шоколада, сколько сможет. Одну, зайка. Одно? Одно. Надо много, чтобы разного. Разного, согласен. А сколько она по весу, скажи мне, мы не посмотрели. Просто цена 4 доллара, хорошая. 400 грамм. Бери две, это хорошая цена. Думаешь? Да. Бери. Он же сказал много, значит, пускай будет много. Поворачиваем. Так, в этот ряд не идем, он косметическо нам не нужный. Протеин брать пока не будем. Ну что, давай зайдем в этот ряд. Вот тут печенье всякое, орехи какие-то, батончики, это нам не надо. Сереж, мы не увидели. Да и вряд ли не надо было. Так мы же зашли в этот ряд. Сейчас они, наверное, с другой стороны, скорее всего, стоят. А вот смотри, что это. А, яблоки. Ну, яблоки мы, наверное, мешком возьмем, да? Ну, цена хорошая. 5 ЛБ за 7 долларов, это нормально. 5,5. Не знаю, кому как посигналить. Собралась очередь. Соленые. Ну иди, ищи соленые орехи. Мы витамины еще не взяли, пошли вместе.
Thank you. Так, мы не видим соленых орехов. И мы хотели... Так я же говорю, мы не видим. Может вернуться быстро там посмотреть? Нам соленые орехи нужны. И нам нужны еще витамины, мы идем покупать. Можете постоять, тогда я скажу. Давай лучше я скажу. Пойдем витамины купим. Ну или я стану в очередь, а ты пойдешь за орешками. Сюда заходим за витаминами, не обычно здесь были. Там вон на кассе стоит Маша, это они в очереди стоят. Так, витамины, видно, переехали. Ну, в общем, очереди получаются большие из-за того, что люди держат дистанцию. Что? Я не представляю, где детские витамины. А взрослые? Может быть, они еще в той стороне, где паста? Может, их объединили? Или их купили? Одно из двух. Но витаминов реально никаких не видно. Кальций нам не надо. Очередь небольшая, это из-за того, что дистанцию держит зайка. Вот, наверное, витамины здесь. Они, наверное, переехали. Мы хотим взять С и Д. С и Д. Детские и взрослые. Так, Маришка уже детские нашла. $10 две банки. Мы уже такие брали, показывали. Зайка, вот смотри, на скидосе стоят 8,99. Нет, они даже не... Кальций D3. А что в этих написано? Мульти. Может, мы возьмем две? Бери эту банку. Так. И взрослые тоже, С и Д, нам надо. Но я их не вижу. D3. Я почему-то себе представлял какие-то большие банки. Ну, значит, эту берем. Другой я не вижу. И взяли мешок простого арахиса нечищенного за 5,89. 5 лб. Странно, блин, нашего арахиса соленого нет. Все, идем на кассу. Читал в интернете, что Face ID в маске телефон не распознает. Так и получилось, только что попробовал разблокировать. И телефон попросил код. В общем, мы закончили свои покупки. Все, что мы купили, вы видели. Получилось на $250. Да, и в общем на этом этот видеоролик заканчивается. А завтра вас ждет продолжение из магазина Sam's Club, потому что мы купили не все, что хотели. Вот, и через некоторое время будет еще ролик из 99 центов, потому что там мы тоже будем заканчивать свои покупки, которые мы планируем как минимум на 3 недели, а в общем, наверное, скорее всего, мы ориентируемся на месяц. Вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал, если вам было интересно. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. И увидимся в интернете. Будьте здоровы и берегите себя. Bye-bye.